Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас будет тест-драйв новой маски. Это маска Scrub 2 в 1 от компании Oriflame с органическим алоэ и кокосовой водой. Вот какое сложное название. Вот такой вот красивый продукт в красивых тонах. Сейчас мы будем пробовать два варианта использования. Можно носить как маску для лица, можно как скраб. И я сделаю таким образом. Лицо поделю напополам. С одной стороны сделаю маску, похожу с ней. Потом вернусь к вам и сделаем скраб. И все это смою и скажу, какие у меня возникли ощущения, впечатления от этого продукта. А что интересно, на самой маске скраб написано, что если использовать как маску, то нужно нанести на лицо и подержать 2-4 минутки и смыть. А в каталоге написано 10-15 минут. И, как правило, маски всегда держат 10-15 минут, а потом смывают. Я сделаю именно так, как привыкла. Потому что, мне кажется, 2-4 минутки недостаточно для того, чтобы маска поработала, полежала на лице. Ну, в любом случае, посмотрим, как получится. Итак, начинаем дегустацию. Я уже умыла лицо, поэтому беру просто маску, открываю. Всегда нюхаю продукцию. Я люблю ароматы. Иногда бывает такое, что я не беру продукт, потому что мне не нравится его аромат. Но вот этот мне очень нравится. Как может кокос не понравиться? Хотя это необычное сочетание алоэ и кокосовая вода, но получилось очень даже вкусненько. Я вот так аккуратненько на пальчики выдавливаю маску. Слушайте, она что-то так туго идет. Сейчас, секунду. Как бы там воздушная пробка. Не могу выдавить маску почему-то. Впервые такое вижу, маска никак не хотела выходить, как будто там воздушная пробка была, и пришлось сделать маленький прокол. Так, маска, интересно, она прозрачная, то есть это вот такая капля геля, и в ней такие микрочастички синего цвета. Красота неописуемая. Ну, давайте попробуем. Может быть, действительно ее надо на 2 минутки, 2-4, потому что она именно такой консистенции, что она не высохнет. О, такие приятные частички отшелушивающие. Ух, необычный продукт. А я, в принципе, очень люблю маски. Видите, да, наношу до середины лица. И лоб тоже так же. Похожу с ней как с маской минут 10. А потом сделаем скраб на второй половиночке, а это просто смоем. Делаю слой потоньше, ой, как потолще, вернее, какая она приятненькая. Но она прям влага. Если я пробовала в прошлый раз маску с чайным деревом, то она сразу такая подсыхала, схватывалась. Ну вот так вот достаточно. Вкусно, приятно. На лице как будто прям холодок такой идет. Вау, так интересное ощущение, необычное. Пальчик смываю. Все, засекаем время, через 10 минут я к вам вернусь. Никуда не уходите. GoPro стоп видео. Итак, прошло 10 минут. Я сделала маску на одной половинке, и вот все эти 10 минут, и даже сейчас, я чувствую легкий холодок на коже. Он очень приятный, такой необычный, кайфовый прям. Маска до конца не высохла. То есть я ее вот прям вот трогаю пальчиком, и она прилипает. Особенно в некоторых местах, где я нанесла ее побольше, да, она не высохла. То есть она как бы, да, даже питает кожу. Сейчас я сразу намочу вторую половину лица и сделаю ее как скраб. И потом все смою и посмотрим, какой эффект на коже получился. Итак, просто мочим лицо. Потому что скрабировать по сухой коже, ну, никак нельзя, вы же это понимаете. Так, открываю масочку. Буду понемножечку брать, потому что она достаточно жиденькая. И вот так буду делать скрабик.
Ну, он, я могу сказать, очень мягкий, очень, поэтому спокойно можно будет часто делать вот такое очищение, потому что отшелушивающие частички, они прям нежненькие-нежненькие. Мелкие-мелкие. Кожу абсолютно не царапают, очень приятный такой идет пилинг. Если вы заметили, то я все движения делаю по массажным линиям, для того, чтобы не растягивать лишний раз кожу, чтобы она дольше сохранялась молодой и красивой. А массажные линии у нас начинаются от середины подбородка. Я веду такие круговые движения к мочкам уха, от крыла носа к вискам, а лоб я прохожу от середины в сторону, тоже в сторону висков двигаюсь. Носик прорабатываем. Ну, достаточно этого количества, много не нужно абсолютно. Расход у маски небольшой, хватит ее надолго. Приятно, очень. Мягко. Мне нравится этот аромат, очень нравится. И смотрите, я для снятия маски использую губку. Можно взять спонж коньяку, но у меня его нет, старый я уже выкинула, а новый забыла заказать. Ой, горячая вода открылась. Так, и теперь я этим спонжиком просто удаляю всю эту маску, маску и скраб, все, что я использовала. Аккуратненько, также по массажным линиям. Того, чтобы хорошо все удалить, а потом просто нужно будет смыть водичкой. Ну, эта маска очень легко смывается, ее, мне кажется, даже можно без спонжика просто водой смыть, потому что она не прилипает, не держится там, как маска с чайным деревом. И просто промакиваю полотенцем лицо. И рассматриваю свою кожу. Что с ней произошло? Очень мягенькая, чистая, поры все чистенькие. Такая щадящая, мягкая маска. Мне она очень понравилась. И мне нравится, что в ней эти частички не крупные. Можно использовать ее будет часто. Приятный аромат. Кожа кайфовая. Прям. Особенно мне понравилось, когда я маску нанесла, вот этот холодок от нее такой освежающий, бодрящий. Прям прелесть. Ну, в общем-то, вот и все. Тест-драйв закончился. Ну, успешно. Я выбираю эту маску, рекомендую ее всем. Буду всем рекомендовать, потому что она действительно прикольная. Вам желаю красивой, чистой, ухоженной кожи. С нашей продукцией это возможно, это легко абсолютно. И если у вас есть свое впечатление, свой отзыв об этом продукте, напишите тоже в комментариях. А если есть какие-то вопросы, тоже пишите мне, с удовольствием с вами пообщаюсь, отвечу на все ваши вопросы. Если видео полезное, ставьте лайк. А если хотите оформить дисконт на продукцию Oriflame, заполняйте заявку прямо под видео или пишите мне, я помогу вам оформить скидку и расскажу, с чего начать. До новых встреч! Всего доброго! С вами была Лилия Донского и маска новинка. Пока-пока! GoPro Stop Video!